проповеди. Честь приказываю! Ежегодно в Красногорске проходит Московский областной открытый фестиваль-конкурс театрального искусства и уличного театра «За гранью софитов». В этом году фестиваль посвящен Году культурного наследия и будет оцениваться жюри по 5 номинациям. В фестивале участвует 27 коллективов, они представят 32 спектакля, в которых задействовано более 350 участников. Фестиваль будет проходить в течение 3 дней на 3 площадках. Это Дворец культуры Подмосковья, Культурный центр Красногорья и Парк сказочный. Коллективы приезжают со всей Московской области, из города Москва и также из Иваново. Городской округ Красногорск представляет 2 коллектива. Это образцовый коллектив детская театральная студия «Кружева» культурного центра «Архангельская». Они представили драматический спектакль «Тень» по одноименной пьесе Шварца и литературный театр «Отражение» Дворца культуры Подмосковья. Они представили спектакль «Осенняя скука» по произведению Некрасова. В этом году в фестивале будут представлены различные направления театрального искусства. Это и мюзиклы, и драматические постановки, и иммерсивные спектакли. Наши зрители смогут в эти дни увидеть весь спектр театрального творчества.